Всем привет! Сегодня будем готовить очень ленивые жареные пирожки. Тесто самое простое, на кефире. Начинка весенняя, зеленый лук с яйцом. Получается настоящая вкуснятина. Вот такие мягкие, пышные, очень ароматные и вкусные. Для приготовления нам понадобится для теста 300-350 грамм муки, 350 миллилитров кефира, 100 грамм сметаны, 15 грамм разрыхлителя, 1 сырое яйцо, чайная ложечка сахара и пол чайной ложечки соли. Для начинки нам необходимо будет взять хороший пучок лука, 3-4 вареных яйца, 15-20 грамм растопленного сливочного масла, а также соль и перец по вкусу. Точное количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Сразу займемся тестом. Берем миску подходящего размера, разбиваем туда яйцо, добавляем соль, сахар, сметану и хорошо размешиваем венчиком до однородного состояния. Затем вливаем кефир. Еще раз хорошо перемешиваем. А дальше понемногу порциями подсыпаем муку. Обязательно при этом просеиваем ее. Высыпаем заодно разрыхлитель. Вмешиваем первую порцию. Добавляем еще немножко муки. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, в зависимости от того, какая мука у вас, какой кефир был, сметана. Тесто в итоге должно получиться такое, как на оладьи. Тщательно разбиваем все комочки. Ну, вот такое тесто у меня получилось. Все, отставляем его в сторону и даем настояться минут 5-10. А мы в это время подготовим начинку. Яйца нарезаем мелкими кубиками. Дополнительно еще порубим их и перекладываем в миску. Лук измельчаем ножом. Затем отправляем в миску с яйцами. Солим, перчим. Тут на свой вкус, как вам будет вкусно. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Теперь берем наше тесто и прямо в него перекладываем приготовленную начинку. Перемешиваем, чтобы вся начинка распределилась равномерно по тесту. Мешаем аккуратно, чтобы не нарушить структуру теста и начинки. Ну вот, такое тесто у нас получилось. Затем разогреваем сковороду, наливаем в нее подсолнечное масло. Подсолнечного масла должно быть много, так чтобы где-то до половины пирожков доходило оно потом. Ждем, пока оно хорошо разогреется. И с помощью двух ложек выкладываем туда тесто. Ложки лучше смочить водой, чтобы тесто не прилипало.
Жарим наши пирожки на среднем огне до румяной корочки, сначала с одной стороны, затем переворачиваем. И жарим до такой же золотистой корочки с другой стороны. Готовые пирожочки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. И продолжаем так жарить, пока не закончится все тесто. Тесто я больше не мешаю, просто набираю как есть на сковородку. Из указанного количества продуктов получилось 27 пирожков. Сейчас посмотрим, какие они внутри. Вот такие мягкие, пышные. Очень ароматный и вкусный. Вот и все. Ленивые пирожки с луком и яйцом готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.